Друзья, я рад вас приветствовать на канале Мехвод. У меня для вас очередная находка. Я не знаю, что он делает здесь в поле среди мусора, какого-то строительного мусора. Это что-то стройплощадка, либо просто вывезен весь хлам со стройплощадки. В общем, здесь стоит вездеход, транспортер. Сейчас мы его более детально рассмотрим. Гусеница у нас, как видим, одна снята. Вот она лежит здесь. Вот так выглядят у нас катки. Заглянем в моторное отделение, посмотрим, что у нас там установлено. Здесь у нас видим, что силовой агрегат на месте. Это у нас 4-цилиндровый дизель, картер сцепления. Коробка, по-моему, газоновская. Воздушный фильтр. А здесь у нас топливный фильтр, кнопка массы. И, пожалуй, все. Еще раз скажу, что вездеход стоит в чистом поле, без присмотра, без охраны. Хотя тут есть какие-то работники, но они не в курсе, чья-то техника и что она здесь делает. Давайте посмотрим на грузовое пассажирское отделение. Здесь видим лавочки. Все вроде сохранилось. Также видим двигатель. Да, такую технику днем с огнем не сыщешь. Причем даже комплектность у нее неплохая. Машина не разворована. Залезем на транспортер. Посмотрим, как он выглядит сверху. Здесь у нас встроено два люка. Люк над водителем. В передней части есть люк. Откроем. Здесь у нас уже агрегаты сняты. Тут, наверное, стоял редуктор. Ладно, не беда. Оптика на месте. Заглянем на рабочее место оператора. О, дверка у нас открыта. Вот так вот здесь выглядит салон кабины. Приборная панель. Смотрите, ключи зажигания на своем месте. Это у нас стеклоочистители, рычаг переключения передач, кресло водителя. Можем подергать рычаги. Обалдеть, конечно. Я первый раз вижу такой транспортер. Сейчас, друзья, пойду узнаю у местных строителей, что этот за транспортер, более детально. Попробую связаться с собственником, ну и всю информацию, продается транспорт, не продается, напишу в комментариях. На этом же у меня все. До новых встреч.